Боже мой, сегодня же прощенное воскресенье. Чуть не прозевал. 11 минут осталось до конца дня, а я еще никого не простил. Нет, надо простить. Жена тоже хороша, не могла утром напомнить, что сегодня всех простить надо. Никогда я этого не прощу. Нет, надо простить. Говорят, если всех, вот всех, на кого обижен, в этот день простить, многие болезни исчезнут. Хорошо, душа обновится, хорошо. Аура разбухнет, говорят вообще. Карма просто отвалится. Только прощать надо правильно, как учит священник. Сначала представить себе того, кого прощаешь, мысленно подойти к нему, обнять, поцеловать, очень ласково сказать: «Прощаю тебя, дорогой, и ты меня прости, а то хуже будет». И вот так всех поименно, на кого обижен. Обнять, поцеловать и послать. Отпустить, в смысле, да. Так, стоп, на кого я обижен? Скорее. 11 минут остается. На друзей обижен? Хорошо. Да, обижен. На коллег обижен. На врачей? На врачей обижен. На вчерашнего гаишника. На ГАИ вообще вместе с МВД. Этих не то, что простить. Этих же перебить мало. Нет, в такой день их тоже надо простить. Надо простить. Простить. А потом перебить. Да, нет, сначала перебить, а потом простить. Вот, нет, не отвлекаться. 10 минут остается. На кого еще обижен? На родственников. Это еще две деревни. На лиц кавказской национальности. Господи, у меня к тебе один вопрос. Скажи, я что, за оставшиеся 10 минут всю эту шелупонь перецеловать должен? Господи, нет, ты мне ответь. Кто вообще это правило придумал, целовать всех, на кого обижен? А если обижен на новую итальянскую сантехнику, особенно на массажную ванну джакузи, которая только в нее садишься, отключается, фыркает и гнусным рекламным голосом объявляет: сервиса нет. Потому что тело, опущенное в ванну, в два раза превышает размеры ванны. Священник тоже хорош. Твою ванну, сын мой, сглазили на таможне. Могу с глаз снять, приходи завтра с ванной к заутренне. Так, боже мой, остается уже 9 минут, а очередь на прощение только растет. Короче, быстрее, кого я только что хотел простить? Жену, да. Значит, как там, представил, подойти, подошел. Вот она стоит прямо передо мной. Теперь поцеловать. Сколько же лет мы с ней уже не целовались? Но сегодня надо пересилить себя. Вот так, подойти поближе. Нет, еще ближе. Нет, глаза лучше закрыть. Все равно не могу. Ну что ты будешь делать, свое не целуется. А может, потому что я не сформулировал, за что ее прощаю. Интересно, она мне... Вот действительно интересно, она мне изменяет? Не знаю. А я ей... Знаю, но прощаю. Правильно, прощаю тебя, дорогая, за то, что я тебе изменяю. Надо же, правда, на душе повечало. Тогда и за остальное тоже прощаюсь, за ссоры наши без причины. Ты же не виновата, что вся в мать свою пошла, а та просто вампириха. Кикимора укушенная, Шахерезада вокзальная. Тесть тоже монстр, упырь, попугай, шишколобый. Узколобый хлебогрыз. Сейчас я вас прощу. Сейчас я вас так прощу. Нет, ну нельзя. Нельзя сегодня о родственниках так думать. Завтра можно. А сегодня прощенное воскресенье. Сегодня только ласково. Только как учил священник. Вот так. Дорогие мои. Любимые упыри. Негодяи мои ненаглядные. Нет, ну нехорошо. Ну что я опять? Ну негодяи же, это не ласково. А как ласково? Не знаю, может, в честь такого дня из негодяев частицу не выбросить? Годяи? О, точно, годяи. О, представился, стоят передо мной два годяя. Смотрят на меня своими годяйскими обмылками. Чтоб у вас по телевизору одна реклама шла всю жизнь. Как я вас навижу. Кстати, кто точно годяй, это вчерашний гаишник. Отбирает права и лыбится. О, недоумок. Не, недоумок, грубо. Доумок. Вот, точно. Причем полный доумок, да. Причем не только доумок, но и доносок. Интересно, господи, я что, и его рожу поцеловать должен? Жестокое правило. Ты его видел? Вся в прыщах, как еж противотанковый. Во рту одно золото, на такой рот сигнализацию надо ставить.
Уж лучше я всю сантехнику перецелую, чтоб этому гаишнику в новом костюме на жвачку сесть. Скажи, Господи, вот когда я думаю о таких, как этот гаишник, я все время хочу тебя спросить. Ты нас всех создал по своему образу и подобию? Знаю, знаю, Господи, знаю, нельзя так. Помню, чему ты учил все. Божьи твари, помню, божьи твари. Все, кроме тех, кто мне делал ремонт. Вот эти не божьи, эти просто. Это ж надо было умудриться слив канализации подключить ко входу стиральной машины. А мы еще с женой думаем, почему белье после стирки мрачнее. Ты лучше простить, тебе легко, Господи, сказать простить. А они же холодильник замкнули на сигнализацию. Дверцу открываешь каждый раз, а он приезжает. Ты лучше скажи, Господи, где взять силы, чтобы в оставшиеся 4 минуты весь этот быдлятник простить. Когда нервы от такой жизни, не в дуду, между прочим, не в дуду нервы, а врачиха, у врачиха, прости ты ее, Господи, потому что я ее никогда не прощу. Это даже не знаю, как назвать, это простипома белобрюхая, лекарство от нерва выписала, возможные побочные явления, удушье, вши, беременность и преждевременный летальный исход. Боже мой, 2 минуты остается до конца дня, 2 минуты, а я даже тебя, сынок, не простил, сынок, прощаю тебя, прощаю, хотя ты не прав, сынок. Тебе всего 4 годика, а что ты мне вчера сказал? Ты, папа, чмо в ботах? Неправда, сынок, я никогда боты не носил. И не чмо я сейчас всем докажу, я всех прощу, сколько у меня еще священников? Прощу. Священник сказал, если те, кого ты простил, тебя при этом не простят, им еще хуже. Так что сейчас прощу. Смотрите, держитесь, дорогие мои бандюги, хапуги, ворюги. Прощаю вас списком и целую прямо в список всех. И тебя, жена, прощаю, и твоих родственников, и твоего отца, и твою мать. Ай-яй-яй, какое нехорошее словосочетание получилось, твою мать. Надо же, и главное, так искренне. А как же мне ласково назвать, мать твою? Впрочем, это уже не важно. Фу! 12! Успел! Растил! Теперь вы все чмо. Ну и встрясочка для нервов. Ну ничего. Ой, завтра успокоюсь. Прямо с утра всем, кого простил, перезвоню. Расскажу, как я кого прощал. Пускай все знают, как я достойно, можно сказать, по-божески провел кровавое, прощенное воскресенье.